Так, всем привет. С весны ничего не снимал. Так, мы сейчас в теплице. Там, где в этом году все вымерзло. Вот так вот. Выше моего роста 1,85 м разросся гранат. Уже осень, октябрь. Все поотбивало абсолютно от корня. Так, тут у нас еще один гранат. Так, вот даже инжирка, но она не дозреет. Так, только что поотсаживал инжир, вот один саженец, вот второй, у этого 3-4 корешочка, небольшая корневая. Вот я листья все убрал, обрезал, а вот у этих трех очень мощные и хорошие. Они вот так вот с изгибом, потому как были прикопаны к земле. 3-4 дня понаблюдаю, если кому интересно. Вот эти три могу продать. Этот, не знаю, приживется, не приживется. Все на кокосике. Кокос с перлитом. Так, это у нас джуджуб, уже скоро надо заносить листья. Разбрасывал. Это у нас это мурая. Так, и попозже, а может сейчас и покажу маленький гранат, который обильно-обильно цветет. Так, вот это гранат, который растет на улице. Киви. Вот так вот. В сеточку. Уже отцвел. Так, и тут еще один. Но этот, ему как после пересадки все время что-то не нравится. Так, вот домашний гранатик. Ну как домашний? Карликовый. Вот так вот он обильно цветет. И есть тут пустоцветы. А есть уже те, которые завяжут плодики. Вот такая красотень. В том году у меня уже был один плодик или два, я уже не помню. На видео можно посмотреть. Обильно весь цветет. Частенько раз 3-4 дня поливаю и удобряшки добавляю.
уже стоит в доме, а то все лето простоял на жаре, на солнцепеке. Так, ну вроде бы все. Кому надо инжир, звоните.